Вопросы в области межнациональных отношений можно будет задать, позвонив на специальную горячую линию. Ее номер 2-30-57. Открытие линии предусмотрено постановлением главы региона. Оно направлено на постоянный мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в округе и оперативное реагирование на конфликтные ситуации в этой сфере. Согласно документу, ответственным за организацию и проведение мониторинга назначен Департамент региональной политики. Он будет ежеквартально запрашивать соответствующие информационно-аналитические материалы от Управления МВД, отделов ФМС и территориального органа Росстата. Главам Нарьян-Мара и Заполярного района рекомендовано незамедлительно информировать департамент о конфликтных ситуациях в области межнациональных и межконфессиональных отношений на территориях муниципалитетов. Согласно последним данным Департамента региональной политики, на территории округа проживают представители более 70 национальностей. Это в первую очередь русские – 66,1%, немцы – 18,6%, коми – 9%, украинцы – 2,4%, белорусы – 0,7%, татары – 0,5% и азербайджанцы – 0,4%.